Я тебе говорил, что мы идем на Галеон. Мы идем на Галеон. Галеон. Нет. Теперь я взял Галеон. Сделаю. Только сейчас пушки поменяю. Так. ПВО сюда поставлю одну. Это где будет она? На жопе, отлично. На жопе будет ПВО. Тебе понравится. Тут, короче, по умолчанию стоят двое драконов. Первый слот, второй слот. По бокам драконы, короче. Баркинг-дог. Хочу баркинг-дога хочу. Можно мне баркинг-дога? Нет, не сюда, в другое место. Можно баркинг-дога? Может, на жопу баркинг-дога поставить? Баркинг-дог. Баркинг-дог-леджент. Заебал ты, блядь, нахуй в эту игру больше. Мне кажется, название пушек не знаешь, блядь, как так? О, вот это вот мне нравится, эта машина прям. Наверное, она хорошо стреляет. Немер, Немезис, блядь. Немезис. Немезис, блядь. Немезис. Хэви Кранабау, ебать. Немезис. Хэви... А, ну вот, Мантикора, это вот эти драконы, это Мантикора называется. Как это? В таком месте это похоже на Мантикору, я в душе не ебу. Это Мантикора. Это не то название, блядь. Это просто рандомное название, сука, корабля. Вот это название мне больше нравится, нахуй. Чем то, которое, блядь, вы решило рандомно мне...
Ебать, белка пиздатая. Ну, ща. Ну, ща. Ой, я на втором месте, кстати. В своей фракции. Пиздец. Никто не хочет воевать. Так, сразу. Да зачем ты тушишь, блядь? Чем мешаешь? Я хотел ее усовершенствовать. Видишь, как я делаю, ебать? Я твой пердак тушу, а не ее. А не ее. Ты ее, блядь, потушил. Знакомь, нахуй ты, тебе. Блядь. Зачем тебе обрез справа? Зачем тебе обрез? Это обрез? Покажи справа, мне обрез. Да. Ой, блядь, справа, обрез? Слева. Слева. Вот это обрез? Да, это обрез. Где? Вот это обрез. Да, блядь, где вот это? Да, вот это. Вот это? Да. А, так, а почему он называется как датский док? Вот а я тебе поэтому, ты... я тебе говорил то, что, блядь, не... название не чекай. А внизу ты смотрел? О, какая пиздатая хуйня, и вот мне вот это нравится. Кстати, вот эта вот херня, она на близкое расстояние. Так, нас уже ебашут. Давай двигай, блядь. Да куд... Ёбаный в рот. Капитан, мы убираем. Блять, я подняться не могу. Капитан, блять, пиздец. Капитан, брони да. Нахуй, нет. Блять, капитан, у нас ебёт какой-то... У нас, блять, ебёт, блять, какой-то, блять, маленькая пизда. Заворачивай эту посудину, пиздите ее, ребята, нахуй. Не, ну конечно, вторая курсовая, блядь. Капитан, блядь, суициднулся, заебись. Нет, нас силуют, да. Чё там, блядь, я даже не вижу, блядь, чё там. Ебош! Ну ты же видишь цель, ебош! Ура! Идите на место свое, капитан. Мне надо улучшать базу нашу. Так, здесь улучшил, все, заебись. Здесь еще как? Тоже заебись. Так, я могу? Нет, не могу так сделать. Окей, только через одну дырку. Так, здесь усовершенствовалось? Нет, не усовершенствовалось. Чиним. Короче, я буду тебе говорить, что там внизу, как и что. И, кстати, внизу еще лестница есть, два пути обхода. Так, ты куда идешь? Едь на А. Дай им смотри. Потому что здесь не видно, блядь, куда ты летишь. Галеон мне нравится, это вообще пиздатый корабль. Но тяжелый, блядь. Потому что ты не знаешь, что там внизу. Так, что за херня? Заебись. Так. Так, 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 так. Повыше. Все, заебись. А, справа. Сейчас скажу, что как надо делать. А, левее, а, скорость пониже. Стреляю. Перезаряжаюсь. Так, а, снизь скорость и едь слегка назад. Вот по этой, который ты помнишь, вот это вот маленькое орудие красное. Вот оно. Вот сейчас ты увидишь. Какое маленькое орудие красное? Потом. Где красное орудие? Покажи мне красное. Оно не орудие. Очень по урону. Орудие. Это не я ставил, это уже было поставлено на Галеон. Я поставил только вот этого бульдога с этой стороны и. Это хорошее орудие.
Это лучше не используй ее, блядь. Какую? Она... Ну, справа, понятно. Снизу. Маленькая вот эта хуйня, которую ты не изменял. Так, здесь нормально? Блядь, Джек, ну-ка управляй-ка. Управляй, сейчас мы въебемся. Блядь, неудобно. Ебать, дерево нахуй. Блядь, дерево! О, это же дерево! Так, а лучше... Забираем булумбоя, местного булумбоя. Так, ты взял баллон? Баллон взял? Нет, я за ним лечу. Так, баллон, и где этот маленький гондон? Так, под нами этот гондон. Снижайся потом, после этого. Все, взял, снижайся. Снижайся и не разворачивай налево, направо разворачивай. Ну ладно, уже поздно, ты налево развернулся. Слишком, наверх. Наверх, говорю. И назад. Ты сейчас голову ребёшься, блядь. Вверх, блядь. Да ёбаный в рот. Разворачивайся. Да. Так. Разворачивайся и едь на бонусный этот дирижабль. А где он, блядь? Там я его не вижу. Внизу он. Так, теперь вперед едь. Аккуратней только. Ты закрыл нам обзор. Все, вот так вот едь вперед. Да. Вот так вот едь вперед. Потихоньку. Не слишком на всю дорогу. Еще чуть-чуть. Все. Едем на базу. Ты смотри на иконку базы, ты там видишь, сколько там метров до нее. Вот где-нибудь на 20 метров оставляешь там вот этот вот баллон. И все. Что за хуйня? А, за нами хвост. А кто, блядь, там ебёт? Там сзади и справа, короче. Ну, а там... Так. Ты давай-ка... Блядь, сейчас проебёшь, блядь, баллон. Джек, проебал баллон. Ну ты, блядь, въебался, блядь, базу, нахуй, чё не видишь, блядь? Там паскуда. Да похуй на него, блядь, господи, там у тебя турель да хуище, блядь. Самое главное, это баллон, нахуй. Остальное похуй. Блядь, шифта не хватает. Сука, блядь. Че, эту хуйню взял? Ну давай, посмотри, какая она мощная, блядь. По ней по баллону не надо. Баллон она ничего не делает. Ёбнулся. Так. Идём на цешку, блядь, чё, хули. Так. Иди бери, что рвал. Только в следующий раз не делай так. Иначе мы помрем быстрее. Ну хуй, чё стоим, блядь? Чё ждём, нахуй? Блядь, как разговаривать, нахуй? Чё ждём, блядь, чё стоим? Давайте, пиздуем, давайте, ребятки. Сразу, блядь, умрёшь!
Это неадекватный русский, блядь, пришел хули, блядь, надо его 15. Да хули они стоят, блядь. Не используй эту хуйню, не используй. Блядь, да... Вроде бы вышли, а вроде бы здесь. Так, во. А пониже. А, сейчас вперед и пониже. Потому что ты сейчас на холме, блядь. Хорошо, понял. Так, я перезаряжаю орудие. Кого ты там высматриваешь, этой ПВО, ё-моё? Какое ПВО? Я не наверху, алло. Да я не тебе, я, блядь, боту что-то высматривал в ПВО, я так и не понял, что он там высматривал. Врагов. А, поворачивай налево. Заебись. Минимальные, блядь. Налево поворачивай, не направо. У тебя там, не... там же дерьмо пушка. Пиз... С другой стороны пиздаться. Нам быстрее надо это все сделать. Это тебе не дирижабль. Бери баллоны, и сейчас будем встречать, блядь, с правой стороны, с левой стороны, блядь, гондона. Так, не вижу. Где он появился? Так он не под нами. Блять, обзор, конечно, пиздец. О, вижу, вон он, слева. Спрятался, спрятался за скалой, думал, мы его не заметим. Рыбка моя. А мы моя. Его заметим. Тихо, 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 тихо. Это мантикоры, блять. Все, погнали отсюда. Где обрез-то? Вот это обрез. Какой обрез? Вот да, это обрез. Обрез. Это обрез. Понятно. Ну ты чё, не можешь запомнить, блядь? Пушка с колесиками. Ой, а нам надо, кстати, вперед, а не назад. Да. Не знаю, что ты там застрял. Можно наверх еще. Ну, знаешь ли, блядь, Галеон, это тебе не маленькая пташка, она, знаешь ли, весит дохуя. Попробуй, блять, подними такую махиду, блять, сразу резко вверх. Ну не знаю, нормально. Так, слева дирижабль. Пойду смотреть. Так, уже наготове. Так, сбрасывай скорость. Он стоит. Все, сдох. Так, тушу нахуй. Че еще горит? Все вроде бы. Хуя, я что могу здесь даже еще? Чё там? Баллон скидывай. Сейчас мы увезем опять. Прощай, баллон. Так, чё там? Слева, пидор. Блядь! Ладно. Хуя ты, блядь, конечно, развернулся. А вверх и сразу вниз, потому что он упал. Кто упал? Бот. А уже все поздно. Сука. Не выжили эти хуилы. Ты куда едешь, блядь? Езжай вперед. Я, блядь, еду вперед. Ну ты, блядь, сел нахуй. Налево, налево, налево. Сбрасывай скорость и налево.
Блять, я упал. Так, а вниз, 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 вниз. Сбрасываю скорость. Так, это перезаряжается, пизда. Так, дальше. Налево, налево поворачивай. Налево, не направо. Там, блядь, холм, какой налево, направо? Ну как ты поворачивал-то? Блядь, босс появился. Заебался. Так, давай быстрее, быстрее направо и хуярим отсюда. Бери баллон. Где он? Справа. Он далеко, блядь, мы до него не долетим, надо до него долететь. Езжай, не ссы, блядь. Босс еще, блядь, далеко. О, перед нами, блядь, этот Уилл, блядь, заспавнился. Босс далеко, он перед нами заспавнился. Возьми на G, возьми, все, разворачивай, разворачивай и турбину вырубай. Так, щит. Так, все, заебись. Ты зачем, блядь, вот эту... это не хилит, понимаешь? Это не хилит на наши эти... Тебе нужно усиление, которое хилит. Почему у меня нужно усиление, которое хилит? Потому что ты используешь турбину, блядь, которая уничтожает в дребезги, блядь, двигатели. Так, остынь, детка. Так, чё там за хуйня? Остынь. Остынь. Ой, блядь, всё горит нахуй. Починил. Блядь, износился все двигатели. Ебанутся. Выключи, блядь, баллон этот. Я его... Вот. Вот и выключил. А чё за хуйня? Пушка сломана. Нет, сначала броню надо починить. Всё, заебись. А брез горит, блядь. Всё. Полышается нахуй. Так, так. Вот так вот сделаю. Слева барьер. Силовое поле чини, силовое поле, пизда, приходит. Чё там, насколько? Сейчас иду. Пиздец ему приходит, насколько, блядь. Пытаюсь чинить. Так, чё дальше у нас? Всё горит нахуй. Потушил. Потушил. Дальше чё? Потушил. Ты сейчас врежешься слева. Тушу. Ой, блядь, нам пизда. Ребята! Чиню двигатели. Щит горит. Щита нет. У нас нет. Броню поставил. Так, сейчас чиню. Чиним, чиним, чиним. Блять. Пиздец. Разобрали, блядь, толпой. Пиздец. Так, спавнимся справа, там берем баллоны и хуярим по ним. Ну, отвлекли мы здорово. Так что нормально. Сразу езжай туда. Я сейчас совершенствую вот эту хуйню. Вот эту хуйню. Лети к баллону сначала. Он, блядь, прямо сзади нас, нахуй, этот баллон. Ну ты взял его? Нет, блядь, он возле этого чемурядяя, блядь. Ну вот, хуя. Вот он. Вообще, ноль урона, блядь. Не, лучше пушки меняй, нахуй, пиздец. Кроме дракона. Просто урон он просто пиздил. Минимальный, блядь. Так. Одна так. Минута осталась. Спизжен, все, поворачиваю к базе и хуярим туда. Я тебе сейчас помогу, сейчас, чтобы оно разворачивало хорошо.
Не, хуйня. Ой, бля, что с базой происходит? Насилуют. Что за хуйня? Горим. То шо? Что еще горит? Поебать. Так. Блять, перезарядка. Че за хуйня? Сейчас поставлю щит. Все, выиграли. Угу. Пизду. И от нас белый дым остался. Ну что тебе как Глеон? Понравился? Хуйня, хуйня, мне не понравилось. Там чуть-чуть, там у тебя еще. Бык ты пробовал. Кракена пробовал. Быка ты пробовал. Понравился этот? Какой скат? Ну да, скорее всего, скат тебе подойдет больше. Полегче. Какой скат? Тот прошлый, на прошлой катке, который дирижабль тебе понравился. Скат. Он называется скат. А, этот жирный. Ну, как я жирный, поэтому, да, мне понравилось. А, Крошайдер. У тебя такой нет. Это у тебя нет. Ну, Мобула, типа скат, я его называю. Голфиш остался неопробованный. Голфиш. Голфиш был. Тебе он не понравился. Да, тогда... Так, выходим. Сейчас я создаю лобби на 2. Будем 2 капитана. Тут. Ебать, твой красивый корабль, но... Его нельзя разблокировать, потому что у меня низкий левел для того, чтобы пилотировать такого красавца. Не низкий левел, тебе просто надо больше побед просто сделать, и все будет заебись. Я в это играть все равно не буду. А зря. Что ты создашь лобби? Не создаю. Так, great. Все, я создал. Сейчас инвайт. Давай я куда пойду, Нет. Тут ты будешь за капитана, который будет... На дирижабле. Да пошло на все. Ладно. Ну, выбирай. Мне, конечно, знатно подговнил настроение. Чё ты знатно подговнил? Чё? Ну, последняя катка, пойдём потом в хоррор быстренько. Блять, быстренько в хоррор, ну ты гонишь нахер. Мы бы могли здесь забить хер и пойти в хоррор больше, уделить времени хоррору, блядь. Давай. Бери капитана и всё. Ну, камон, у нас 2 дирижабля. Это 2 усиления. Я не могу, блять, нахуй взять капитана. Опять я не могу взять ёбаного капитана. Нажми на слот. На слот. Не на вот эту хуйню, которую тебе там, блядь, 3 вот эти. А на слот. Капитан, пилот, шип. Вот этот нажми и все. На ромбик нажми. А, на ромбик. Ну на что? Не надо смотреть. Не надо, ё-моё, блять, на класс. Выбрал шипт. Угу. Выбрал капитана. Усиление, которое лучше используй вентиляторы с плюсиками, потому что он побольше лучше. Все? Я готов. Ж.
Джек молчит, ничего не говорит. Я сзади. Вот мне нравится голос. Просто русский, он такой, знаешь, как русский Ванечка, блядь, звучит. Не Ванечка. Кстати, заценил название моего? Нет, не заценил. Я так и не понял, куда это смотреть. В лобби, слева. Так, сопляжу я, нахуй. Работаем, работаем, блядь. Сопляжу я, нахуй. Я что, зря этот ебучий револьвер ставил на задницу? На задницу? Так, я перестановил. Пора показать этому сраному стимпанковскому миру, кто здесь главный, блядь, нахуй. Хозяин. А у нас ПВП или ПВЕ? ПВЕ, конечно. Какой ПВП-то нахер? О, кого я вижу? Глион. Ты еще пушки мои не видел, блядь. Ну почему? Ну это, конечно, не вижу, потому что у меня бинокля нет. Так. Я с первым уже разобрался, сейчас со вторым буду разбираться. Блять, бот, конечно, косорылый, что пизда. Ебать по мне, какой огонь сейчас был, нахуй. Прилети к этой, к базе. И высоко ему лети. А, я вижу. Так, у нас... А я на другой базе пойду. Или быть собой. У меня прям рядом база заспавнилась, прям рядом. Ну иди к ней, чё. Я пойду к другой базе. Чтоб быстренько было. То я уже вижу, что на меня огонь уже вели. Роу-ри-роу-ри-роу-ри-роу-ри. Опа. Чё за хуйня? Блин. Азиаты, что ли? Вроде бы они. Блять, пацана. Я не видел стену. Из-за моего внушительного носа я ее просто не увидел. Мой внушительный нос. Хуя себе, штурмовики. Так, база уничтожена, чё у тебя там? Я тут пока немножечко доминирую. Ой, я себе вообще похуй. Пошел нахуй. Так, уничтожаю здесь. Так, лечу еще. Там как там? У нас по здоровью все нормально. Так что-то другую базу взял какую-то. Да, которая ближе была, такую и взял. Вся А была поближе. Нет, это была поближе. Я прям к ней быстро подлетел. А это наоборот у меня дальше было. Пиздец, блядь.
Но это надо было поближе. Джек. Вон там, ракетами балуется. Или по тебе там хуярит. Чё ты падаешь? Так, похуй на него. Так, забираю у тебя баллон. А, это ты, блядь. А это кто тогда? А, это ты так навелся, ёбаный ворот. Ты убил этого какого? Нет, ты не убил его. А где он? Исчез, что ли? Вот он. Где? Пиздец меня получает. Окей. Я пока снайперю. Я думаю, мне оставлять эту хуйню или не оставлять в базе? Оставляй там. Кого? Оставляй. Оставил. Ты ее загрузил, блять. Снова. Ты две загрузил, что ли? Зачем? Ты спроси, ты сказал сам, ты отдал сам приказ на разгрузку, я что сделаю? Я сказал оставить, блять, и не загрузить, блять. Что, я тебе говорил, нет. Тебе русским языком, смотри на это, блядь, на иконку базе ему. Не менее сотки должно быть, метров. Ладно, надеюсь, блядь, нам дадут нормальное время. А то я вижу, что они спаунятся, пиздец, сколько. Это последняя карта? Или у нас еще будет карта? Нет, последняя. Ну, слава богу, блядь. Ну давай, 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 стреляй. Ну, блядь. Да центр ты стреляй, дебил. Аллилуйя. Так, я сейчас буду сейчас брать нам. О, босс появился. Да, иди к боссу. Отвлекай его. Я пока жду, блядь, этого пупсика. А, это таран! Ебать, это ничего за скилл. Тут таран, блядь. Это скилл тарана, нахуй. Ну, это резкий рывок. Так скажу. Хорош стрелять. Стреляй на него. Ну, давай, давай. Быстрей, быстрей. В темпе, в темпе, в темпе. Давай, давай. Есть, блядь. Так, стреляй по боссу. Ты где? Сам. Тебя не отвлекся, как вижу. Почему он меня он пиздит, блядь? На меня отвлекся. А чё мы... Он мне тут, блядь, свою черную жопу, блядь. Ой, блядь, ой, блядь. Если чё, у него умение облако. Хуярит он по нам. Блять. Блять, блять. Я пока обездвижен. Ну, блять, почему боты не тушат? Сука, ты хрен ли чинишь, блять? Щит, на однёрку нажми. Нас, блядь. На однёрку нажми, если там, блять, усилитель. Херанул. Так, 3 минуты, ребята.
Золотой поднос. Наконец-то, блядь, бот додумался, куда ему надо идти, блядь. Оружие-то хорошее. Прям по таким целям, прям нормально, да. Нашел середину. И Джек, я только выхожу. А, это ты стреляешь, что ли? Ну а кто же? Меня что это захотел затаранить, что ли? Да. Нахуя ты, блядь, босса будешь таранить, мне там скоро скажи. Босс тяжелее тебя. Ибо у него эксперименталка. А, понял, сейчас наведу. Надо чутка левее взять. Я босса почти убил. Ну как почти? Только, блядь, единицу только взял. Блядь. Кто мне сзади? Джек, ну хуй. Протаранил меня и уехал, блядь. Да попади ты по нему, блядь, молодчик. Он даже, блядь, не подошел к базе даже. Насколько это было просто. И Джек хуярит, блядь, помогает по ним, блядь, огонь вести. На 30 минут убью. А, падаем, да? Неужели убью? Убил, ебать, нихуя себе. Чистая победа просто, блядь. Только не вижу, блядь, где Джек. Вот он, Джек. Вот он. Это вообще редко достижение какое-то. Пиздато. А всего-то надо было химер поставить спереди, блядь, на галеоны и все, блядь. Спереди? Да, я химер поставил на передний форт, прям в самую-самую. У меня-то чисто химеры одни стоят. Ну, да, это которые дракончики, блядь. Ну, они тоже нормальные, но перезарядка... Дает о себе все знать. Так, а их много в этом и прикол. Их там 4 стоят. 2 справа, 2 слева. Ну, ясно. Вот. Я всем... пушку себе новую разблокировал.